Каждый день мы предлагаем один главный товар по исключительно низкой цене. Действительный всего одни сутки. Эта цена только сегодня. Ну вот, собственно, наш главнокомандующий. Микола Комендров знает все о моде, о стиле. Он знает, чего хочет женщина. Он звездный стилист и работает со знаменитостями. А вот мы с тобой перед эфиром решили, что это платье подойдет каждый из нас. Каждый. Тонкое, звонкое, пышное, роскошное. В каждом цвете это платье сядет идеально. Почему оно такое... Как, да, вот универсальное или... А потому что здесь идет у нас, во-первых, сочетание материалов, он достаточно гибкий и пластичный. Вечернее платье визуально выглядит, да, очень дорого, эффектно, с мерцанием, но при этом это на основе трикотажа. То есть вы чувствуете себя как в обыденном, обычном трикотажном платье. Плюс это форма кокон, либо его называют платье-бокс. Оно 100% подходит под любой тип фигуры. Плюс здесь у нас идет достаточно расширенная форма плеча, широкая пройма горловины и цельно кроенный рукав. А значит, вы просто надеваете его как свой любимый свитер, но при этом вы выглядите как в вечернем платье. Что бы сказала Шанель, увидев такое платье? Она бы сказала бы просто, что это то, что она хотела бы видеть на каждой даме, потому что ее была идеология убрать все 12 юбок, убрать лишние корсеты, просто дать вздохнуть и грудью, и, как говорится, животиком, вообще всем телом. Ты посмотри, именно... какие шикарные дивы. Даже я уже... Слушайте, когда Микола потерял дар речи... Значит, вышла Катя. Значит, на подиуме появилась Катя. Это девушка-огонь, это яркая блондинка, которая вот так действует на Миколу, что он теряет до речи. Кстати, Катя выбирает синий цвет. Да, Екатерина выбирает синий цвет. У нас также здесь представлен бордовый оттенок, который представляет наш... И черное классический эффект. Это эластичное платье? Да, оно безусловно эластичное. Пусть оно эластичное. У нас здесь не такое эффектное, как на девочках, но, Микола, покажи, насколько это эластичное платье и для первой покупки оно идеально. Оно тянется, смотрите, в обе стороны, то есть у нас идет и вертикальное, его пластичность, и горизонтальная, и 85% вискозы. То есть это еще и очень приятное на ощупь 2000, материал. 2999 рублей – это не цена, потому что в таком платье вы будете выглядеть на миллион. Это и стиль великолепной картины «Великий Гэтсби». Это и стиль «Шанель». Полюбуйтесь нашими красавицами и представьте, как вы будете выглядеть в этом платье. На дне рождения, на юбилее. Опять же, не будем еще думать о встрече Нового года, но вот... Платье эластичное со всех сторон. Крой лаконичный, минималистичный, аплодирует такому крою Шанель. Ну и все же, как выбрать размер? Мы выбираем размер. В размер мы здесь 100% попадем в свой размер, потому что платье-бокс, оно, в принципе, даже может не иметь градацию размерного ряда. Его могли бы сделать даже one size, он бы подошел бы идеально всем. Поэтому просто берем свой любимый цвет, либо даже несколько. Пайет в переводе с французского «песчинка». Мы знаем, что великолепная история, да, у пайеток, у этих блестящих, словно монетки, но представьте, раньше они были из металла, из золота, это да, были это было тяжело. Тяжелые платья, тяжелая работа и тяжелые эффектные именно изделия делалось из пайеток. Сейчас из полимеров стали создавать пайетки, которые очень легкие и, в принципе, неощутимые. Но у нас здесь свой секрет, у нас здесь не просто пайетки. Нам кажется, как будто нитями, V-образным, вот таким волной пришивались пайетки, а по факту это просто разделенные полулунные частички, которые вкроены в материал, впаяны. И тем самым это работает даже на то, что даже с поверхности, если пайетки вот так шуршат, то на данном случае у нас здесь получается просто гладкая поверхность. То есть у нас здесь идет, по идее, имитация пайеток. Но при этом вы зададите вопрос, а что же внутри? Да. Внутри ткань полностью... Гладкое, трикотажное полотно, 85% вискозы. То есть вы не чувствуете вообще прикосновения какого-либо пластического полимера. То есть все выведено только наружу, но при этом он отличается от обычных пайеток тем, что он даже не делает зацепок. Что надеть на день рождения, что надеть на светский раут? И вопрос, что надеть и ходит сам собой. И, кстати, 2999 рублей – это мега доступная цена для премьеры от нашего великолепного легендарного бренда –
СКС. Если вам нравится этот стиль и вы привыкли блистать, вы можете заказать два, да закажите три платья. Да. Боже мой, синий, черный, бордовый, 2999 рублей цена. Не так-то просто найти такое платье, лаконичное, вместе с тем блистательное. И это здорово, что вы сейчас к нам присоединились, потому что единственный парад платьев не только сегодня, а в рамках нашего праздника грандиозного 7-летия телеканала Шоп-эн-Шоу, мы с вами говорим об абсолютной женственности, потому что платье – это наша женская привилегия. Не носят сейчас мужчины платьев. Хотя, как сказал Микола в нашем утреннем шоу в 7 утра, вы все пропустили, что все, что мы носим, мы позаимствовали у мужчин. Ну, может быть, сначала на планете были только мужчины. А потом нет. Ева как-то проникла, вот она как-то из ребра да, появилась. И нахулиганила. И тут раз, и все, и да. все наряды. Да, это действительно так в истории. Платье, кружево и чулки были, принадлежали именно мужскому статусу. Потом у нас дамы это забрали. И сейчас иногда просто мужчинам обидно, что вы забрали платье и пытаетесь от них отказаться. Каждая дама должна просто иметь в своем гардеробе не одно, а даже с десяток платьев. Потому что вчера, кстати, услышал такую шутку. Так. А, женщины говорят, нам надо больше дать свободы. Он, мужчина говорит, вам нужно дать только то, что вы оденете вечером. А что вы оденете вечером? Платье от СКС. Вот, здорово! Так давайте же получим ту самую свободу. И улыбались бы наши красавицы так искренне, такими ослепительными улыбками. Такие платья работают на то, что вы по факту одеваете обычное трикотажное платье, комфортное, удобное, офисное. Но внешне, за счет работы вот этих вот креплений, которые имитируют пайетки, вот это волнообразного силуэта, которое работает на то, как будто это ночная река городская, да, вот что-то даже напоминает вот этот вот нью-йоркский стиль, да, да? Да. Прям вот шик, когда да. ночью Нью-Йорк весь сверкает, и в воде даже видны, да, вот эти блестки. Дух Нью-Йорка. Дух, да, дух вот. Нью-Йорка. В этих Гэтсби. Пайетках. Вся да, вот эта статус великий стиль. Гэтсби, блистательная роль Леонардо Ди Каприо. 2999 рублей новинка платье, которое будет только у вас от нашего любимейшего модного бренда СКС. И, кстати, бренд представлен на Шоп-эн-Шоу тоже 7 лет. Номер лота 007-111-392. Это великолепно, что вы сейчас к нам присоединились, потому что у нас великолепный, грандиозный праздник. 7 лет телеканалу Шоп-эн-Шоу. И мы празднуем в кругу друзей.